Потому что сюда уже мало кто приедет. Игр домашних у нас осталось совсем немножко. А что касается сегодняшней игры, то сегодня не понравилось только одно. Что при счете, когда мы начали прыгать 1-3, может быть там 1-4, некоторые ребята перестали двигать. Просто перестали работать в обороне. Когда счет был 3 тайма рабочий, мы вели, ничья, минус 1 мяч. Все добегали, все стелили, все бросались. И сегодня я уже сказал в раздевалке некоторым ребятам, что такое отношение недопустимо. Что теперь, когда мы начинаем гореть 3 мяча, мы что, должны сразу улетать в минус 10? Потому что кому-то кажется, что чего уже там дорабатывать, потому что все равно счет уже вот такой, не достать. И люди знают, кто это сделал сегодня, делал вернее. Я надеюсь, они подумают хорошо. А так, все остальное, в принципе, конечно, я думаю, что ну, нам полезны были игры. Тем более результата мы какого-то добились. Вот, задачу на тур мы тоже не выполнили. У нас задача была одну очку, мы перевыполнили. Поэтому, в принципе, все нормально. Ну, только вот этот негативчик в конце матча, когда, еще раз говорю, кто-то ряд футболистов перестал дорабатывать. Так. Спасибо болельщикам. Сегодня такая атмосфера была классная вообще. Прям чувствовалось такое напряжение в воздухе. Витал. Мы с КПРФ так соответствовали. Такая игра настоящая, какая-то битва такая была. Почти гладиаторов. Все рубились, все добегали, все себя не щадили. Где-то там спорили, где-то ругались. Все играет, все забывается.